проходят участники сегодняшнего матча. Это 9-й тур женской суперлиги чемпионат России по футболу. 22-й Татьяна Козыренко и 7-й номер Алина Якупова. Все готово к началу этой встречи. Поехали! Перед началом игры, наверное, не лишним сказать о турнирном положении команд. И очень опасно атакует, но надежно играет Татьяна. Удар по воротам! И вновь офсайд. И удар по воротам! Вот и первый удар. Мы дождались его. Один финт, второй. Ушла от двух соперниц. Она в штрафной. Удар по воротам. Рикошет и угловой. Продолжает атаковать Локомотив. Может быть опасно. Удар по воротам. Татьяна Щербак. Сразу две соперницы против Чупа отобрали мяч. Еще один удар и вновь не точно. Козыренко. А вот и удар в створ, и удар плотный. Хорошо было видно. В команде Краснодар произошли замены. Вместо Медеи Жанкова. Понаблюдаем за этой атакой. Железнодорожнец, которая едва-едва не завершила взятие. Удар по воротам, и удар оказался прицельным. И 2-0. После подачи углового аккуратный удар в дальний угол, и бессильно Татьяна Щербак. Заряженными на борьбу, на победу вышли железнодорожницы. Нелли Коровкина, автор первого забитого мяча, ей 31 год, тоже опытнейший футболист. А вот сейчас у меня чудо. Фланг. Уже был не в створе. Но Лихота. Она в штрафной. Бьет. И удар. Снова удар. Краснодарки. Коровкина через все поле с мячом прошла. Точная передача. Скидочка. Удар. 3-0. Нет. Или гол все-таки, да. Поздравляют Коровкину. Как по нотам все было разыграно. Команды Краснодар забила Нелли Коровкина, номер 20. Дубль Нелли Коров. Замена у Краснодара. Ну, кто выходит вместо Виктории Шкоды, сейчас узнаем. Снежана Ястребинская, номер 9. Девятый номер Снежана Ястребинская. Ну, а мы отметим Нелли Коровкину не только Краснодаре, над местным одноименным клубом со счетом 3-0. Спасибо всем, кто был с нами. Смотрите женский футбол. Ну, а я прощаюсь с вами. Денис Даниченко был комментатором сегодняшней встречи. И желаю никому не болеть. До свидания.